Владислава Крестева на слете юных спасателей представляет сборную 28-й школы. За плечами девушки 3 месяца многочасовых тренировок. Путевку ее команда завоевала на городском чемпионате. Медподготовка проходила, боевые развертывания всему этому учили на пожарной части, в медицинском колледже. Боевой настрой, хочется всех порвать, победить, занять первое место. За звание победителя сражаются 5 команд – Бобруйск и район, Осиповичи, Кировск, Глуск. В программе «Тест по предмету основы безопасности жизнедеятельности», «Первая медицинская помощь», «Сводно-полевое учение», «Боевое развертывание» и «100-метровка». Сводно-полевое учение – этап, на котором команды демонстрируют навыки спасения людей на воде во время различных ЧП. Здесь важна не только скорость, но и правильная последовательность действий. Согласно замыслу, произошло обрушение конструкции под завалами человек. Ребятам нужно деблокировать пострадавшего с помощью гидравлического инструмента и эвакуировать. Слет принимает спортивный комплекс «На Гагарина» Бобруйского отдела по ЧС. По результатам турнира в областной этап пройдут 10 лучших команд со всего Могилевского региона. Соревнования проводят под эгидой белорусского молодежного общественного объединения спасателей пожарных. Цель организации – это прежде всего воспитание гражданина, ответственно с активной гражданской позицией, патриота своей страны и человека, который может действовать в чрезвычайной ситуации, знать, как действовать, ну и прежде всего, наверное, самое главное – избегать таких ситуаций. В рядах областной структуры спасателей пожарных больше 20 тысяч ребят. Жизнь у них насыщенная. Ежегодные слеты, спортивные турниры, творческие фестивали. Бобруйчане здесь в авангарде. Местные команды – многократные победители региональных и республиканских состязаний. Максим Кемель, Максим Галионко, Бобруйск, 360.